хозяйка. А кому не нравится, того я без праздника оставлю. Понятно? Детишечки, утюсю. Вкусненькие, сочненькие, как раз мне в печку. Ой, и взрослые здесь красивенькие. Здрасте, здрасте. А где ж мой леший? Вы не видели моего лешего? Куда ж он подевался? Леший, леший, сейчас я его вызову. Дуб, дуб, я береза, прием. Шеф на проводе. Леший, Снегурочку не нашла. Шеф, попала я на какой-то праздник, детей полно, противные все такие. Что? Есть так держать, то есть есть, сидеть и ждать. Конец связи. Вот так-то. Сейчас мой леший сам прибудет. Чем не Снегурка? А ты не старовата для Снегурочки-то? Да ты на себя-то
Ты-то погляди, жених выискался, мешок веток и листьев. Ой, ну ладно, ладно, так и быть, побудь с ним Бурочкой. Это сон? Что происходит? Вы кто? Я Дедушка Мороз, а рядом со мной красавица Снегурочка. Фу, Снегурочка. Какой Дед Мороз? Какая Снегурочка? Обыкновенные, сказочные. Ты ж в сказке. Сказки? Вы сами слышите, что говорите? Учителя, родители, подружки и вы туда же. Какая сказка? Вы о чем? Я вообще ничего не понимаю. Я просто сплю. Я вот сейчас снова усну, проснусь, и я дома. Ага, ну-ну, давай. Какая-то новая грамота, что ли? Не пойму, 100D или что еще придумали? Да и вы совсем не похожи на Деда Мороза и Снегурочку. Да ты что? Вот хочешь, мы тебе песню новогоднюю споем про Белочку. Ой, тьфу ты. В лесу родилась Белочка, в лесу она жила. В кроссовках зайка черненький. В чем? В сапожках. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. Кто? Вот надоела, Белочка, вот кто. А как она нарядилась? Там бантик на хвостик привязала и пришла. Ну и песня у вас. По-моему, вы обманщики. Ну-ка, признавайтесь. Да ты что? Мы самые настоящие! Ребята! Ау! Ой, пропали мы! Надо скорее уносить ноги! Ну ничего, мы еще покажем вам праздник! Маша просто пришла.
пошутила. Откуда вы знаете мое имя? Ну и шуточки у вас, девочка. Мы же в сказке. Вот тебе и чудеса. Иванушка, а давай Маше поможем? Поможем. Но для начала пусть наши загадки отгадает. Хорошо. А ребята мне помогут. Ребята, поможете? Да. Итак, новогодние загадки. Кто, ребят, под Новый год веселить не устает? Кто подарки дарит детям? Кто ребятам всем на свете елку из лесу привез? Отгадайте? Краснодевица грустна, ей не нравится весна. Ей на солнце тяжко, слезы льет бедняжка. Много-много-много лет дарит нам подарки дед. Дарит елку поздравления. Это праздник. Небеса хоть сверкает, нашу елку украшает. Не померкнет никогда новогодний день. Вот она, красавица, вся переливается. Принесли ее с мороза. Это дерево. Человечек непростой, появляется зимой, а весной исчезает, потому что быстро тает. Молодцы, ребята! Молодец, Маша! А теперь нужно спешить. Пусть собаки твои скороходы ведут тебя на болото. Там следующая подсказка. До свидания, Маша! Удачи! Спасибо вам! До скорой встречи! Ну и дела! То ли правда, то ли сон. Ничего не пойму. Причешусь и стану похожа на прекрасную.
или подарки уходил. Эх ты, Серый, мой мороз похитит, и Новый год не наступит. Какая же ты умная, Кики. А то, ну что, полетла? Я тебе что, Гарри Поттер на метле летать? На дворе 21 век, а мы на метлах. Обалдеть! Хватит о нас благодарствовать! Бери метлу и вперед! Стой, стой, тихо! Кто-то идет. Здравствуйте! А вы кто такие? И чего такие чумазые? Мы не чумазые! Мы самые красивые на этом болоте и в этом лесу! Да-да! Ой, простите, за болотной жижей красоту вашу не приметила. Видимо, фильтры Инстаграма вам неведомы. Что-что? Какого драма? Драма никакого. Я так понимала, помочь вы не вряд ли сможете. Эх, не помогли мне сапоги. Заверили понять куда. А что за сапожки и чем помочь-то надо? Сапоги мне домовой Кузя дал. А помощь мне нужна Деда Мороза найти. Баба Яга и Леший переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. И людей всех пугают. Праздник сорвать хотят. Ах, они негодные. Всю идею мою загубили. Что? Ничего, ничего. Мы тебе поможем путь дорогу найти до Деда Мороза. Да, но сначала поиграем. Разомнем свои кости, а то мы засиделись. А мы так играть любим. А сапожки-то мешать будут? Сними их пока. Слово зимнее скажу. Бей в ладоши сильно. Летнее я назову. Топай ты активно. Лыжи, ролики, коньки, вьюга и бананки, снеговик, лед, комары, снежная полянка. Иди на север! А куда же я теперь без сапожек? Вот злюки! Эх! Пойду, куда глаза глядят. Откуда я знаю, где север? Навигатора под рукой нет. Планшетник сел. Эх, толку теперь от него. Потом через овраг, потом снова прямо и направо.
Интересно. Что ж, пойду. Наелся я уже их, тошнит уже. Чего?
бабушке отведу. Там еще 3 месяца сметаны. Вот так всегда. Красная Шапочка окончила кулинарный техникум. Теперь всех зверей в лесу кормят своими изделиями. Птицы уже взлететь не могут. Зайцы и лисы в норы не входят. Медведь из берлоги выйти не может. А я креплюсь, потому что бегаю, зарядка, плавание и так далее. Все понятно. А расскажите-ка мне, я вам помогу. Так значит, Красная Шапочка, готовить любишь? Люблю. А ты, Волк, устал есть? Устал. Так откройте свое кафе, и будут ходить вам лесные жители и гости, и есть ваши пирожки. Не когда вы их заставляете, а когда сами захотят. И вам прибыль, и звери рады. А действительно, кафе – это же хорошая идея. Первое, второе, десерт. И вообще много чего приготовить. Точно! А я буду помогать тебе готовить. Так, скоро Новый год. Надо новогоднее меню придумать. Удивить всех. Побежали, Волчик! Стоп! Я вам помогла. Помогите и вы мне. Уж будьте добры. Точно! Давай сначала Маше поможем, а потом меню составим. Чем помочь нужно? Баба-Яга и Леший украли Снегурочку, а Дед Мороз свои сани чинит и не знает, что праздник может не наступить. А Баба-Яга и Леший переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и пугают всех ребят своим видом. Мне бы добраться до Деда Мороза и вместе с ним Снегурочку искать. Иначе Новый год не наступит. Как не наступит? Вот так. Нужно быстрее найти Деда Мороза. А как же кафе? И новогоднее меню, если праздника не будет. Так, подождите паниковать. Я видел следы от саней в лесу. Побежали, они нас приведут к настоящему Деду Морозу. Бежим скорее. Иди сюда, красавица моя снежная. Прими от меня руку и сердце. Не пожалеешь. Посмотри, какой ты. Зачем тебе жена? А меня ребята ждут на праздник. Праздник? Ха, у нас тоже праздник. У нас свадьба. А я не хочу. Караул! Сюда все бегут. Кошмар! Нас нашли! Ура! Спасители мои пришли. Наконец-то хоть кого-то нашли! Ох, кому-то сейчас достанется! Вы чё? Я ж не по-хорошему! Я ж ей золото предлагал, а она... Не надо нам твоего золота! Я-то думал, Мороз старый, не пустится за Снегурочкой, а тут эти пришли! Ну что, Леший, отдашь Снегурочку? Нет, моя она, моя! Так... Надо что-то решать. А нужно Деда Мороза найти. Я так понимаю, он-то нам и поможет. Посох есть у него волшебный. Там в сказках пишут. Да, это чистая правда. Он этим посохом все превращает в лед. Ой, не надо посох. Конечно, мы его позовем. А то здесь Леший и Баба-Яга совсем распоясались. Не зовите никого, мы не справимся. Нет уж, пусть Дед Мороз разбирается. Ребята, давайте позовем Деда Мороза. Все вместе прокричим 3 раза.
Здравствуйте, взрослые! С Новым годом вас поздравляю! Долго же я к вам шел на праздник! Дедушка, наконец-то мы встретились! Меня похитили и хотят праздник сорвать! Это кто же такой смелый? Кто же праздника не хочет? Это леший Папа-Яга! Они в ваши костюмы переоделись, Снегурочку украли, хотят праздник испортить! А я сейчас посохом смахну, и превратятся они в ледяные глыбы! Не надо, пожалуйста, не надо! Мы исправимся, честно-честно! А как исправляться собираетесь? А хотите, мы вам помогать будем! Все сделаем, что скажете! Да-да, ну что, простите нас, мы со всеми силами подружимся! Вот наш зажжем огни, красочно
снег над землею кружится. Новый год, детский смех, от тебя нам не скрыться. Ровно в 12 куранты стрелки напомнят о главном, и волшебство станет явным. Зима, 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 закружит снегопад.